Да, за 10 лет много чего здесь изменилось, офигеть. Как круто. Ого. Ё-моё. Да. Шо все стало? Где-то лет 20 назад, может быть даже чуть-чуть меньше, спортсмены тренировались в Рузе именно вот в этой церкви. И нынешний президент Федерации Сергей Александрович Сырцов, Андрей Чемеркин, Алексей Петров, они именно тренировались в этой церкви с дрожащими витражами. Сейчас это действующая церковь. Вот, и ходят слухи, что человек, который сделал здесь зал, повесился, потом сошел с ума. Ну вот такие вот слухи. Много, конечно, что с тех пор изменилось, но вот эта красота, вот эта вот усадьба, вот все еще жилые комнаты для спортсменов. Сейчас, конечно, уже современная гостиница, но здесь все равно еще живут. А то раньше, когда гостиницы не было, что то все девушки жили в барском домике под охраной тренеров. Ну, а пацанов уже селили в эти флигеля. Было очень, конечно, интересно. Вот раньше не было ни дорожек, ничего. Вот когда я еще был, была глина сплошная. Но сейчас, конечно, здесь цивилизация уже. Красиво. Но окружена вся эта красота шикарным водохранилищем. Вот. Спортбаза находится на острове, вот, который соединяет с материком, так сказать, дамба. Вот. Скучно, но продуктивно. Так, я сам здесь первый раз, поэтому ни хрена не знаю. Ух, обалдеть. Вся история женской тяжелой атлетики. Ха, супер. Но я так понимаю, что это качковский зал. А даже есть беговые дорожки, не знаю, используют ли беговые дорожки наши спортсмены. Вот, но беговые дорожки присутствуют. И вот глядя на этот зал, я думаю, что уже можно, в принципе, сказать, что неплохо, неплохо, да? Но вот, знаменитая фотография, которая очень была популярна у меня на Инстаграме. Израил Арсамага. В принципе, неплохой зал. Сколько помостов? 6 помостов. Но это не то. Ну и вот, собственно, то, ради чего я сюда приехал. Посмотреть и потренироваться в этом зале, так как я ни разу его не видел вживую. Очень крутой зал. С плазмами. Со всем, чем только нужно. Офигеть. Зал, в котором тренируется лучшая сборная мира по тяжелой атлетике. Ну и выглядит этот зал соответственно. Не знаю, может быть, в Китае есть что-то похожее, может лучше, но что это один из лучших залов в мире, это 100%. Во всяком случае, я видел очень много. Круто.
Вася, ну судя по результатам, которые показывают наши тяжи, ребята, они крепкие, тяжелые, да, поэтому вот такие вот суровые массажные столы на базе в Рузе. Ну шутка, конечно, да. Ни хрена это не массажный стол. Чего? Когда оттуда просто плохо поднимает, они разделочные. Запомнил. Специально для Михаила Кокляева. Мы уже с тобой, Мишаня, со штангой завязали. И только сейчас начали появляться требования, которые ты желал в свои спортивные годы. Вот на базе в Рузе есть психологи. Помнится мне, Михаил Кокляев требовал еще солярий. Есть солярий тут, нет, Вася? А? Да, в соседнем зале. Спа, салон. Что? Давай, 40. Можно. Аура зала должна помочь. Руза. Вот так вот. Вот так вот. Теперь можно смело сказать, что я тренировался на всех базах тяжелого мира. Блин, в камеру не помещаешься, блин. Ау! Кошмар. Рекорд? Или повторение? Повторение рекорда. 140 килограмм. Офигеть. Ну что, Чингизик, с легким паром тебя? Спасибо, Димка. Рад тебя видеть. Я тоже тебя, тоже. Давно не виделись. Ну да. Хочу тебя персонально поздравить с шикарным выступлением на своей родине. Ну. Порадовал ты народ. Я уверен, что ты их порадовал. Хотя кавказцы, они такие максималисты. Сам-то ты как вообще? Нет, порадовал очень сильно всех. И сам от своего выступления рекорд России снял я. Ты настраивался на этот рекорд? Или просто пошла уже массовка такая? Не, я настраивался на победу. Так получилось, что Леха пошел на рекорд. Мне пришлось его уже рекорд. Потому что просто дома был за это, потому что там бы не поняли бы. Такой же весь. Ну, такой надо было снимать рекорд. Ну, ясно. Ну, я думаю, что когда звучит рекорд для местных жителей... Там зал взорвался. Рамзана не было? На открытии был. Но ему донесли, что... В этот же день сразу же полностью ему фотографию отправили. Он же сразу же в Инстаграм выставил. В своем Инстаграме? Да. Ничего себе. Я думаю, что у тебя подписчики пошли. Нас поздравили полностью. Вот так. А дядя Рамзана Кадырова все дни был там. Клево. Че, какие сейчас планы? Сейчас будем готовиться на мир. Как? Сейчас на сборы приехал ты, Ловчев готовится дома и Руслан Улбеков здесь? Да. То есть втроем быть? Да. Ну что, удачи тебе. Спасибо. Так, красавчик. Будем следить за тобой тоже. Ну, кто тут под капюшоном прячется? А это Дмитрий Лабиков, Митюха. Ну что, тебя с легким паром? Спасибо. Расскажи, как ты докатился до Рузы? Ну как, готовился к чемпионату России.
который проходил в Грозном. Надеялся показать серьезные результаты, но, к сожалению, не заладилось. Вот. Ну, бронзовую медаль. Ну, я не думаю, что ты бронзовой медалью доволен особо. Здесь даже не в медали дело, дело в результате. Да, хотелось бы в рывочке как бы побольше, конечно, порвать. Что не пошло? Вот сам пока не могу найти себе ответа, дать такого конкретного. Травм не было? Нет, не было. Ты говорил, что подготовка вроде нормально прошла. Да, да, готовился, полгода готовился, потом стал. Может, все-таки возраст? Ну, посмотрим, вызвали кандидата на отборы в Грузу. Условия шикарные. Время покажет. Где до этого готовился к чемпионату? Сидел в Таганроге, все лето просидел в Таганроге. С семьей? Приезжали. Что Лерка говорит? Вообще, Лерка лезет в твои профессиональные дела? Советует тебе завязывать или там еще потерпеть? Как, ну, женщина, может, мужчине? Я ждал этого ответа. Мужчина принимает решение. Ну, она же выбрала такую судьбу жить со мной. Мы сейчас с Чингизом делали интервью, и я забыл, на самом деле. Я вот на фоне твоих типа нынешних соперников, которые в плюсе, я назвал, что сейчас на подготовку приехал Ловчев. Вернее, будет готовиться Ловчев. Приехал в Рузу Албегов и приехал Магушков. И забыл про тебя, реально. Чисто из-за того, что ты реально сейчас стал на фоне них смотреться именно по весу. Реально меньше. Что их так прет, ребята? Я 105 был самый, выглядел как самый худой. Ну, ты себя нормально, комфортно еще чувствуешь? Ребята, что, молодые. Без травм? Без серьезных травм. Накатывают. Вот. Ну, еще я думаю, что все-таки порох где-то он завалялся. Пороховница, он просто не выстрелил, так сказать. Мы сейчас с тобой видимся как-то уже редко. Ты сам просто пойдешь на Рио или нет? Будешь до Рио терпеть? Желание есть до Рио потерпеть? Без комментариев. Без комментариев, да? Да. Сам еще не знаешь, да? Посмотрим. Ну, так же, как я. Ладно, с легким паром, приятного аппетита. Давай, Михих. Санечек, ну в таком окружении таких богатырей ты даже. Давай согреем. Ты даже не смотришься. Сколько ты весишь, Саня, для людей, для фанатов, для своих? 98 сегодня весил. Ну почему? Я почти такой. А что не все разошлись? Что ты один остался? Зато они меня боятся. Саня, у тебя какие планы вообще? Что ты на России не выступал и на мир ты будешь накатывать? Ну, на России не выступал. Случилась небольшая травма на мир. Думаю, получится подготовиться. Я увидел, что здесь ребята с Украины приехали. Я думал, они в 94. Иванов, да? Как да. Его? Артем Иванов теперь выступает за Россию, да? Да. Но он не твой соперник. Нет. Он в этом году точно никуда не поедет. И, по его словам, он перешел в другую весовую категорию. Ты вступать еще не собираешься переходить, чтобы молодость свою продлить? Спортивную? Нет. Нормально себя чувствуешь? Более-менее. Не так хорошо, конечно, как Чингиз. Кто сейчас на подготовке у тебя основные соперники был? Я, к сожалению, даже не знаю. Адам Малигов и Ренат Киреев. Троем? Да. Ну, то есть вы троем будете готовиться, да? Ну, да. Сюрпризов нет еще? Ну, пока что нет, думаю, не будет. Ну, ясно. Саня, удачи тебе. Чингизи, как ты себя в грузовом лифте чувствуешь? Сейфти, блин? Безопасно. Обрати внимание, здесь запас есть. Ты щенка, сколько? Сколько сейчас весишь, Чингиз? 194. Ты слышь, ну условия просто охрененные. Кстати, там этот комплекс. Банный, я уже. Не банный? Ебанный. Внизу есть комплекс. Круто. Это общественный туалет или что такое? Да. Ну что, солидно. Ну что, Васечек, покажешь свой номерок? Жу. Или это секрет? Да, ничего интересного. Заходим все к Чингизу. А Чингиз самый смелый, красавчик. Слышь, ну ничего себе. Офигенно. Офигенно. Сразу видно, что недавно приехали. И трон. Это в каждом номере Конечно. Такие сиденья или только в твоем? Это, кстати, самое маленькое. Внимание, внимание, на стол обратите. Вот так. Фу! И все. Кондёр.
Не, ну крутяк. Что за видуха? Опачки. Клево. Да, Чингиз? Ну, у тебя такой же номер, Васек? Банда да? Лучше, чем честно. Серьезно? Слышь, ну душевая кабинка, что, нормально, помещаешься? Спокойно. Красавчик, красавчик. Ну ладно, пойдем телек. Здорово, Андрей. Здорово. Да посмотрите. О, мой любимый кефир. Вот этот кефир надо пить, ребята. Самый вкусный и дорогой кефир. Ну вот так питаются штангисты. Пошла. Пошла картошечка. Картошечка, рисочек, мяско. После баньки опоздали уже. Здорово, Мартин. Че, клево все так стало, вообще шикарно. Офигеть. Завидую. Василий. Ну я смотрю, со времен декабря прошлого года твоя тарелка не изменилась, она также такая же отвратительная, отвратительно жирная. Ты себе не изменяешь, да? С большим количеством калорий, да. Ты столько уже кроссфитеров протренировал, послушал уже много, наверное, еде палео, и все никак на палео не перестроишься, Дима, что это такое? Ну, я стараюсь. Вот я начинаю с вегетарианской диеты, но все равно... Но она стоит, да? Да. На мясо. Ну, я думаю, что все это лицо узнали. Васек, ну что, рад тебя видеть. Давно мы с тобой не виделись. В двух словах о том, как вы съездили за границу и как ты при всем при этом еще умудрился, я скажу, хорошо, так хорошо выступить на России. Потому что я знаю, что такое вот эти путешествия. И я немножечко, так сказать, подздуваюсь. И я бы не решился перед ответственным стартом поехать в тур. А ты, видишь, даже со своим тренером решился поехать. Да, вот именно с ним и решился. Потому что, учитывая последнюю первую нашу поездку, да, вот, понимая то, что нужно соблюдать некий режим, чтобы сохранить форму. Для этого мне пришлось, зная свой характер, брать с собой тренера. Надсмотрщика? Да, который меня держал в определенных рамках и форму... Сохранили? Да, получилось сохранить. Ну, я, честно, охреневал от твоих результатов. И несмотря на то, что я сказал, что как бы результат ты поднял на России хороший, по твоей подготовке, я думаю, многие ожидали большего результата. Ты вообще сам как доволен, нет? Я не очень доволен, как бы, да, потому что, мне кажется, я бы мог немного больше выбрать в рывке. Ну ладно, мне больше всего не понравилось, что я не отработал на 6 подходов. Когда мне физические данные позволяли, была некоторая техническая ошибка, которая сказывалась у меня все время на больших весах в толчке. Это эхо моей последней большой травмы. Вот, над этим мы сейчас работаем, поменяли немного позицию ног, рук и после России. Вот, на данный момент я чувствую улучшение. Поэтому мне интересно, что покажет данная подготовка. Перед этим хотел спросить, вот когда ты готовился, все условия нормально тебе созданы? Просто ты как бы немножко пропал из обоймы, так сказать, и обратно в нее влиться очень тяжело. Это же твои соревнования первые за последнее какое время-то? Ну, такого большого плана, да, первые за очень долгое время. Не с 9-го, с 10-го года? С 9-го года, да. С 9-го года? Чемпионат России, именно. Где ты Хаджимурат обыграл? Да, у меня первый раз вот за... Сколько это? 4 года. Условия хоть какие-то создавались или условия сам создавал по себе? Я себе сам, вот, так как приходилось мне все время оплачивать сборы,
сидеть за свой счет, обеспечивать какие-то там вопросы с витаминами, с восстановлением. Поэтому мне приходилось одновременно и тренироваться, и зарабатывать деньги, решать какие-то второстепенные вопросы. То есть все вместе было тяжело немножко соединить, поэтому количество тренировок было не совсем таким, которое нужно. Некоторые люди, которые как бы немножко посмеялись над тем, что ты все сидишь на сборах, постоянно платишь за свое проживание, они прикалывались, я тебе как-то один раз говорил, что Вася уже давно купил себе однокомнатную квартиру в Москве, потому что ты реально сколько, полтора или два года просидел там за свой счет. Ну, я понимал, что помимо физических данных, нужно еще влиться в эту как бы сферу и психологически, и для этого нужно было так или иначе быть рядом с коллективом, с командой. Нет, все правильно. Да, все правильно. Поэтому... Сейчас вообще как влился? Как отношение? Ну, отношение к тебе поменялось немножко сейчас после России? Нет? Я надеюсь, что поменялось. Надеюсь, что немножко серьезнее меня стали воспринимать. Но не в любимчиках. Да, не, конечно, не в любимчиках, вот, я так думаю. Вот. Но я к этому не стремлюсь, главное показывать результат. Сколько сейчас, в кавычках, любимчиков, с которыми тебе придется соревноваться для поездки на мир? Бенжанян? Шейко приехал? В нашей команде сейчас четверо человек. Бенжанян, Шейко? Бенжамян, Шейко. Ты? Я, Сабанчиев. Сабанчиев тоже приехал? Да, вызвали на сбор. Да. То есть два любимчика, два нелюбимчика? Скорее всего. Ладно, Васек, удачи тебе. Спасибо. Давай. Спасибо. Приветствую тебя, Артем. Здравствуйте. На российской земле, на реально российской тяжелоатлетической базе. Скажи мне, пожалуйста, как давно ты перебрался? Я добрался, замечательная команда, вообще супер приняла меня, замечательно. Ну ты, в принципе, со всеми ребятами, наверное, в основном уже встречался на соревнованиях. Я был с ними заочно, да. Да. Да, привет, пока, может, когда там контакты, Фейсбуке списывали. Ясно. Ты с тренером приехал или один? Пока мест один. Тренера ждем. Тренер ждет, да? Да, наверное, в Сочи все-таки подберется. Ты приехал в форме или не в форме? Нет, я не в форме. Мой результат 140-180. Поэтому только набираю. Я после операции, но я думаю, на следующий год... Тебя уже вызвали в команде, да? В команду выбрали? Да? Да, в команду. Сейчас я буду 18 числа проходить его, и там уже будет. После того, как присоединился, так сказать... территория дополнительная. Кто-то еще, кроме тебя, с этой территории мы увидим на соревнованиях такого? Это все вопрос. Не, я просто, если честно, как бы, ну не знаю, есть там сильные ребята, да. Крыму тяжелоатлетика не очень развита, я один из лидеров, там еще есть один парень, но все будет зависеть от финансирования на следующий год. Есть молодые задатки, которые надо просто немножко отнять от финансирования и построить по праву. Это самое основное, которое... Ясно. Ну что, желаю тебе удачи. Спасибо. Теперь ты... Теперь я на канале YouTube. Да, я на канале YouTube на территории России. Здорово, Апти, рад тебя видеть. Заросший, но с виду все еще сильный. Скажи, много разговоров про твою спину сейчас. Восстановился ты, не восстановился. Мы с тобой давно не виделись, если честно... А когда меня люди спрашивают там за границей, а многие спрашивают, потому что ты за границей очень популярен, спрашивают, как там Апти, что со спиной, я говорю, я даже не знаю, что сказать, знаю, что там проблемы были. Расскажи примерно, что у тебя было и как сейчас себя чувствуешь. Ну, у меня проблемы были, конечно, была операция, вот, была операция на паховую грыжу, вот, в принципе, все нормально прошло. И то есть была и спина, и паховая грыжа? Да, ну, реабилитация, ну, долгая была. Потому что уже полгода я лечусь, и вот сейчас только приступил к, ну, к серьезным тренировкам. Ну и форма так ближе к лучшему. Ага. Вот пока 60 по 2 рвал, 90-200 могу толкать. Но еще до мира есть время, поэтому я думаю, я наберу обороты. Как вообще, когда попал с этой травмой, помогали люди? Ну, те, кто помогали, были те, кто исчезали. Да? Вот. Я на этом не зацикливался. Есть которые близкие люди, которые мне помогали. И вот я... Ну и были те, которые должны были помочь, но не помогли, да? Ну, такие тоже были. Ну, ясно. Ну, может, не получилось. Я особо никого не просил. У меня, я сам как бы самодостаточный в этом плане. Ну, те, кто хотел помочь, да, от себя просто. От души? Да, от души. Ну, те помогли, вот я им благодарен. Хотя они не обязаны были мне ничего делать. Ты сейчас на мир готовишься? Мир, да, вот
три сбора, первый сбор сейчас. Успеешь накатить? Да, я думаю, успею. Да? Да, стремлюсь к этому. Как дома ты там, дом, говорят, строишь какой-то красивый? Скоро вас на новоселье приглашу. Серьезно? Да? Уже близко? Да. Отделка пошла? Да, пошла. Ясно. Как вообще после Олимпиады? Уже все подуспокоилось, уже все подзабылось, наверное, да? Ну, со временем все забывается. Да? Поэтому надо все заново. Доказывать, да, доказывать. Знаешь, ну, все выиграл что-нибудь, завтра тебя уже нет. Вот. Угу. Надо каждый раз доказывать, что ты лучше. Как в Чечне отнеслись к тому, что ты как бы приболел немножко с... и ну, пропал, можно сказать, поскольку ты пропал-то? Нет, на полтора года, да? Все, да, поддерживали. И, ну, все хотели, конечно, чтобы я дома выступил на чемпионате России. Все родственники, близкие, ну, я, они знали, что я после травмы, я объяснил, что я после травмы. Вот, многие с пониманием отнеслись, ага. А есть люди, которые ну, не поняли это, которые далеки от спорта. Вот. Я думаю, в любом случае они меня поддерживают и ждут от меня. Люди за границей, люди, человеки, они же спортсмены, кроссфиттеры и штангисты, очень ждут, когда ты приедешь с семинарами. Угу. Что у тебя, намечается что-то интересное? Ну, скоро намечается, да, после чемпионата мира идут разговоры, есть контракт. Вот, по Евротуру пройдемся, ага. Посмотрим, что как. Английский начал уже учить? Да, по чуть-чуть учусь и познакомлюсь с людьми, попробую окунуться в мир кроссфита. Сам не пробуешь ничего? Ну, пока... Чтобы разговаривать на одном языке с людьми. Нет, это попозже. Попозже, да? Да. Ладно, Апти, рад был тебя еще раз видеть. Ладно, давай, удачи тебе. Увидимся уже только в Казахстане. Обязательно.